празднованию 14 февраля готовятся не только влюбленные пары, но и ульяновские озеленители. Преимущество отдано главным весенним цветам – тюльпанам. Ведь именно на них идет большой спрос у ульяновских мужчин. В теплице горзеленхоза выращивают 600 тысяч тюльпанов. 25 тысяч срежут ко дню всех влюбленных. Сейчас выращивается около 16 сортов. Раньше выращивали больше, но так как изучив спрос потребителей, мы перешли вот именно на эти 16 штук. Луковицы закупают в Голландии. В этом году представительниц прекрасного пола порадуют всеми любимыми желтыми тюльпанами сорта Strong Gold. Также большой популярностью пользуются красные цветы Примависта и белый Хакон. Новинка этого сезона – сиреневые красавцы Зинаида Блю. Озеленители уверены, они точно понравятся женщинам. А тем временем в Центре по озеленению вовсю готовятся ко Дню Победы. К 9 мая на улице города высадят бархатцы, бегонии и сальвии. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.